В общем, перебрался я на восточную часть острова Ибица. Ну, здесь уже, конечно, повеселее все. Тут вот отели. Это сам город Ибица. Вот, за этим углом будет вход в порт. Здесь периодически проходят вот эти вот балерия. Паромчики носятся туда-сюда. Вот, пляж какой-то вот местный. Ну, вот, как видно, людей не особо сильно много. Они там есть, но не в сильно большом количестве присутствуют. Но есть. Вот, вода здесь безумно прозрачная. Стою я на глубине... Ну, как стою? Прыгаю. Стою на глубине 2,5 метра под килем. Я тут делаю перед этим съемку подводную своей лодки. И там казалось, будто практически вот, ну, килем дно цепляю. Нет, неправда, это просто искажения такие очень сильные. Тут глубина реально 2,5 метра подо мной есть под килем. Вот, здесь вот пляж, вон плавают люди. Почему-то плавают они без этого здесь. Простые люди буквально плавают. Обычно они все плавают с поплавками. То есть, если человек плавает так один, то у него поплавок с собой раньше, чтобы было хорошо видно. Ну, местные отдыхают, кто-то вон рыбачит рыбу ловит. Мужички, сегодня четверг, кто-то просто гуляет. Ну, понятно, что туристов нету, что вся эта ночная клубная жизнь, она здесь стоит на огромной-огромной паузе, точнее, вообще просто отсутствует. Сегодня утром видел самолет прилетающий, пока остров огибал. Удивительно. Давно уже не видел самолетов. В прошлом году просто все не было в самолетах. Помимо меня здесь стоят еще там две яхточки. Три. А, одна ушла, да? Одна ушла. Ну, вот это точно стоит без хозяина. Просто поставлена на якорь и стоит, болтается здесь. И та, по-моему, тоже точно так же. Просто люди ставили яхты. И вот они стоят здесь вот. Чтобы не платить за марину, чтобы как-то экономить деньги, стоит, болтается яхта просто здесь. Вот. И тут еще одна останавливалась, но что-то он ушел куда-то. Куда он ушел, я не знаю. Даже и не видно его нигде, куда бы он ушел. Даже не видно, куда бы он ушел. Но включил радио послушать. Радио, конечно, здесь один клубняк валит на каждой станции. Просто вот, ну. Что-то непонятное. Болтают, ну. Ну и вот в таком духе все каналы. Ну, Ибица как-никак, но... Можно даже никуда не идти, просто послушать радио местное. Рекламирует, судя по интонации. Ну, точно так же вот, ну... Транс, хаус, эмбиент периодически тоже проскальзывает. Ну, все клубные направления. Абсолютно все стили клубной музыки. Вот, Wi-Fi бесплатный. Через свой он роутер поймал бесплатный Wi-Fi. Медленный, конечно. Ну, медленный в плане на отдачу YouTube. Но сейчас ролик загружаю, думаю, что за час, наверное, даже загрузится. Ну, как бы бесплатно. Почему бы и нет. В общем, красота здесь. Вода 23 градуса. А, 23 градуса. 23,6 градуса вода, вон. Вода 23,6. Отлично. Ну, вот качает немножко. Но я думаю, то, что к вечеру успокоится. Но в любом случае, это у меня идет качка не килевая, а продольная. Поэтому она совершенно не мешает спать. Когда ты спишь, и тебя качает вот так вот вверх-вниз, это нормально. Если лодка будет вот так вот боком качаться, это невозможно. А вот эта вот продольная качка, это ничего страшного. Вот, ну это идет накат с моря, с востока. Вот, Майорку отсюда не видно пока что. Ну, сейчас дымка, я бы не сказал бы, что сильно очень такая хорошая видимость. Не видно Майорку. Вот. Ну, придется мне идти вот куда-нибудь туда вот. Вот туда на восток, на восток, на восток, на восток. Вот в ту сторону. Сначала на Майорку, потом на Минорку, а потом уже на Сардинию. Сардинию уже в Тунис. Ну,
пока здесь вот стою. Вот. Хочу завтра, не знаю, или так сплавать, или на тузике. Надо будет это привязать, его хорошо, чтобы не украли. И сходить в магазин в яхтинг.